Добрый день! Рада новой встрече! Совсем недавно наши коллеги анонсировали выход новинок серии Ума, линии косметики и средств гигиены для самых маленьких. Наталья, как мама малыша, ты же уже успела все попробовать? Да, конечно. Малышам хочется дать все самое лучшее. Ведь когда в доме появляется ребенок, он приносит с собой огромное счастье. Но также постоянные мысли о том, все ли ты делаешь правильно, достаточно ли в доме чисто и безопасно. Именно поэтому мы дополняем серию Ума продуктами, которые помогут молодым мамам в самом безопасном уходе за домом. И мы рады представить 4 новинки, которые решают все ежедневные задачи по созданию чистоты в доме, где растут дети. Как мама могу отметить, что это самые необходимые средства. Мы создали продукты, которые очень эффективно очищают, при этом защищают поверхности. И главное, как и вся косметическая линия Ума создана из самых мягких и нейтральных для человека компонентов. Они не содержат лишних или спорных веществ. В наших составах нет СЛС, СЛС, фосфатов, красителей и парабенов. Когда речь идет об уходе за посудой и одеждой малыша, очень хочется исключить любые риски возникновения аллергических реакций. А еще, конечно, важно, чтобы было не просто чисто, а гигиенически чисто, то есть без невидимых глазу нежелательных бактерий. Именно поэтому в составе всех наших средств по уходу за домом Ума содержатся ионы серебра. Серебро давно известно своей активностью против микробов, бактерий и грибов. Чем мельче частички серебра, тем более эффективно они работают. Поэтому в составах Ума используется коллоидное серебро. Это однородные стабилизированные наночастицы, которые равномерно распределяются в объеме, и можно с уверенностью говорить, что они эффективно работают в каждой капле средства. Еще один важный момент для детского здоровья – аромат всех средств полностью гипоаллергенный, то есть не содержит веществ, которые являются потенциальными аллергенными раздражителями. А теперь немного расскажем о каждой из новинок. И начнем с посуды. Гель-бальзам для мытья посуды отлично удаляет остатки липких смесей, детского питания, молока, жира и других загрязнений. Он рекомендован для очищения бутылочек, сосок и любой посуды малыша. Очень важно, что средство полностью смывается с посуды и не оставляет на ней ни запаха пищи, ни запаха самого средства. Лайфхак для мамочек. Гель отлично подходит для мытья детских пластиковых игрушек, которые часто сопровождают малыша при кормлении. Кстати, вам не нужно иметь дома много средств. Гель-бальзам Ума прекрасно отмоет и взрослую посуду, и справится с обильными жировыми загрязнениями на кастрюлях и сковородах. А теперь давайте перейдем к одежде. Часто просто диву даешься, какую коллекцию из пятен успевает собрать бодик или ползуночки всего за один день. Тут и засохшая еда, и остатки физиологических загрязнений, и краски с карандашами. А если на дворе лето, то еще непременно и трава. С гелем для стирки Ума пятна не проблема. Формула очень насыщенная и отлично справляется с различными сложными загрязнениями. При этом гель сохраняет краски и очищает волокна тканей очень бережно. Поэтому с ним вещи остаются как новые, даже после многократных стирок. А еще с ним можно быть уверенной в очищении пеленок, постельного белья и защите одежды малыша ото всех остаточных микробов. Ионы серебра эффективно работают в течение всего цикла стирки. Чистые вещи – это, конечно, важно, но нежная кожа малыша требует и особой мягкости одежды и тканей. К сожалению, очень часто после стирки пушистые хлопковые полотенчики или футболочки превращаются в колючих ежиков. Это чувствуем даже мы с вами, взрослые. А кожа малышей почти на 30% тоньше, поэтому она более чувствительна и очень ранимая. Чистая правда. Любые жесткие швы или замятости на одежде могут повредить кожу малыша, а это открытое окно для различных вредных факторов. Поэтому умягчение тканей не просто приятное дополнение в стирке, а важная необходимость. Кондиционер для белья серии Ума активно смягчает, разглаживает волокна и убирает шероховатости, делает нежными даже самые плотные ткани. И, конечно, такие вещи вам будет легче гладить. А значит, мама сохранит силы и время для приятных теплых минут с малышом. А еще наш кондиционер-умягчитель улучшает впитываемость тканей, полотенец, которыми мы нежно укутываем кроху после купания, и одежды, в которой малыш активно двигается. А когда одежда впитывает и хорошо отводит от тела влагу, это способствует и лучшей терморегуляции. Здоровый малыш, активный малыш, и в какие уголки дома только не забирается наш шалун, исследуя новый мир. Конечно, очень хочется, чтобы его любопытный носик не нашел аллергенную пыль или шерсть. Любая мама не обрадуется таким встречам, поэтому мы создали специальное моющее средство. Оно легко устраняет пыль, грязь, бытовые аллергены и засохшие пищевые загрязнения. Абсолютно универсально и подходит для мытья полов, подоконников, столов, стульчиков для кормления, игрушек и даже поверхности ванной. Практически для всего. Средство имеет нейтральный pH, не содержит агрессивных кислот, но благодаря уникальной комбинации моющих компонентов растительного происхождения отлично справляется еще и с удалением мыльного налета и даже следов от травяных отваров с детских ванночек.
Также в дополнение к частичкам серебра в моющем средстве содержится особая четвертичная соль, активный антибактериальный агент, который используется даже в офтальмологии. Поэтому сумма в доме будет гигиенически чиста без использования привычной раздражающей дыхание хлорки. А значит, это будет на пользу и нам с вами, и, конечно, каждому ребенку. Средство концентрированное, поэтому для уборки мы рекомендуем использовать его в разведенном виде. И снова приятный бонус. Не требует смывания, и вам не нужно повторно мыть поверхности чистой водой. Получается, создать чистоту во всем доме можно быстро и с помощью всего одного средства, да еще и без особых усилий. Думаю, это отличный мамин помощник. Очень надеемся, что наши новинки станут вашими палочками-выручалочками. Искренне рекомендуем попробовать все средства для дома серии Уму. Они по-настоящему безопасны, эффективны и созданы с заботой о самых маленьких. Пусть все наши малыши растут здоровыми и всегда радуют своими новыми открытиями. А уже в пятом каталоге мы готовим еще одно обновление. Теперь в серии Faberlic Home. Да, уже совсем скоро вы сможете попробовать нашу новую линию гелей для стирки 3 в 1. Хотя дизайны новых средств сохраняют визуальную преемственность с полюбившимся всем существующим концептом Faberlic Home, это совершенно новые формулы. Понимая, как много сейчас появляется на рынке близких по функционалу аналогов, нам важно предложить вам средства с первоклассной эффективностью, а также важными, дополнительными, превосходящими предложения рынка свойствами. Формула каждого геля успешно решает 3 задачи. Первое – устранение обширных загрязнений и сложных смешанных пятен, даже если они уже высохли, впитались в ткань, и в целом стирка происходит совсем не на следующий день. Проведя более сотни экспериментов и сравнительных тестирований, можем уверенно говорить, что успешно справиться с этим может только по-настоящему активная формула с очень высоким содержанием как моющих компонентов, так и особых, правильно сочетающихся друг с другом ферментов. Именно такая синергия лежит в основе наших новых гелей 3 в 1. Да, уверенность, что после стирки любимая вещь опять станет безупречно чистой – основной фактор выбора. Но есть и второй секрет наших новых гелей. Вторая задача, которую также решают все 3 гели – это устранение различных неприятных запахов. В первую очередь, конечно, запаха пота, затхлости и несвежести. Но и со спорными ароматами от сигарет или нежелательными кухонными запахами они также отлично справятся. И все это за один цикл и при невысокой температуре стирки. В целом, запахи легче устраняются при высоких температурах или при стирке порошками, которые содержат отбеливатели. Поэтому далеко не каждый гель, который по своей структуре в принципе не может содержать в составе сухого отбеливателя, решить проблему неприятного запаха, особенно при низкой температуре стирки. Большинство предметов современной одежды рекомендовано стирать именно при температуре ниже или около 40 градусов. Да и присутствие отбеливателя для таких изделий нежелательно. При этом абсолютному большинству из нас важно отсутствие остаточных неприятных запахов после стирки. Особенно при стирке мужских рубашек, футболок и одежды подростков. Это правда неприятное ощущение, когда после стирки ты достаешь вроде бы чистую вещь, но понимаешь, что пахнет она не свежестью, а продолжает звучать нотками пота. Думаю, с выходом наших новых гелей для стирки Faberlic Home эта сложная задача устранения запаха для вас будет успешно решена. Но это еще не все. Третья задача, которую решают каждый из наших продуктов, связана с защитой и восстановлением тканей. И у каждого из гелей она своя, особенная. Как и раньше, каждый из продуктов создан специально, чтобы сохранять и возвращать при стирке первозданный вид одежды разных цветов, а также разных фактур и видов тканей. Один из новых гелей предназначен и для белых, и для цветных изделий. Благодаря особому комплексу из 2 инновационных полимеров он и сохраняет и обновляет сочные и яркие краски цветных тканей, и восстанавливает белизну белого, защищает его от желтизны и серости. Такое средство будет полезно каждому из нас. Особенно, когда можно купить один гель сразу и для белых блузок и рубашек, и для всего цветного. Надеемся, он понравится многим нашим покупателям. При этом очень полезным и востребованным является и специальный гель для стирки темного. Наш новый гель не только сохраняет, а и восстанавливает интенсивность окраски любых черных и темных тканей, защищает их от негативного воздействия жесткой воды и препятствует появлению на них белесого налета. Да, хочется, чтобы любимые темно-синие джинсы всегда были своего родного цвета и без разводов. И неважно, как часто мы их стираем. С нашими гелями разводов точно не будет.
И, конечно, хочу отметить и наш новый гель для стирки деликатных и спортивных тканей. Этот гель эффективно очищает и защищает любые особые ткани и одежду, требующую специального ухода. Это и современные синтетические, мембранные и дышащие материалы для активного спорта, и шерсть, шелк и атлас, и капризные куртки, комбинезоны и пуховики, и микрофибры, и тончайшие колготки и нижнее белье. Именно этот гель рекомендован для деликатной стирки изделий с принтами, так, чтобы трещинки на них не появлялись. Также он защищает одежду от растягивания, усадки и другой нежелательной нам деформации. Мы уверены, что и этот гель будет очень полезен в каждом доме. Кстати, все три геля Faberlic Home имеют очень легкий гипоаллергенный аромат и одобрены для стирки одежды детей с первых дней жизни, что отмечено на упаковке знаком 0+. Теперь, зная о всех преимуществах наших новых гелей 3 в 1, надеемся, вам будет легче выбрать свое любимое средство для стирки. И, конечно, мы с нетерпением будем ждать ваши отзывы и создавать для вас новые полезные продукты. Может ли ежедневная рутина превратиться в искусство? Может, если речь идет об искусстве чистки зубов, о том, какие традиции ухода за полостью рта бытуют в разных странах и какое отношение к ним имеет Faberlic, мы поговорим с руководителем категории «Персональная гигиена» Еленой Мироновой. Лена, здравствуй. Катя, привет. Друзья, добрый день. Чтобы рассказать о новинках нашей категории Oral Care и в целом напомнить о том, какие серии по уходу за полостью рта есть у Faberlic, действительно, нужно немножко больше узнать о культуре чистки зубов в разных странах. И начать я хочу с Хамигаки, нашей новой японской серии зубных паст, которая стартует в 6-м каталоге, где мы представляем инновации и тренды. Серия Хамигаки вдохновлена японской системой ухода за зубами, которая так и называется – Хамигаки. Это настоящее искусство чистки зубов, часть культурной традиции страны восходящего солнца. Привычку прививают с самого детства. Как же это выглядит на практике? Родители учат малышей чистить зубы с самого нежного возраста. Японцы считают, что этот ритуал укрепляет не только зубы, но и внутрисемейные отношения. В детском саду, а позже в школе, дети под веселые обучающие песенки дружно чистят зубы после завтрака, обеда и полдника. Так хамигаки становится нормой для каждого японца. После каждого приема пищи они обязательно чистят зубы. И у каждого из них всегда при себе есть щетка и паста, а иногда и ополаскиватель для полости рта и специальные леденцы, освежающие дыхание. Раз в полгода жителям Японии по почте приходит извещение, что пора записаться к стоматологу на чекап полости рта. И насколько полезна такая традиция для зубов? Правила хамигаки позволяют сохранить здоровые зубы и десна до старости. И, возможно, именно искусство хамигаки – одна из причин удивительного долголетия японцев и минимальной заболеваемости сердечно-сосудистой системы. Современные исследования доказывают, что риск развития сердечных патологий часто связан с плохим состоянием зубов, заболеваниями десен и инфекциями полости рта. Каким полезным, оказывается, может быть искусство? И вдохновляющим. Погрузившись в искусство чистки зубов по-японски, мы создали новую серию хамигаки. Она содержит традиционные японские ингредиенты и следует японским ценностям. Представляем 4 пасты. Комплексный уход с сакурой, защита от кариеса с розовой солью, отбеливание и увлажнение с матчей, японским зеленым чаем, здоровье десен с женьшенем. Позже к ним добавится еще одна паста с золотом, максимальное отбеливание 24 карата. Все продукты серии содержат экстракт мукуросси и комплекс природных энзимов. Думаю, что экстракт мукуросси знаком далеко не всем зрителям. Расскажем о нем поподробнее. Мукуросси, или мыльный орех, это вечно зеленое тропическое дерево. Это традиционный японский ингредиент, обладающий мощным антимикробным эффектом и отличными пенящимися свойствами. Семена мукуросси с древних времен использовались как заменитель мыла, даже для бережной очистки жемчужин. А недавно японские ученые доказали, что экстракт мукуросси эффективно противостоит грибкам, вызывающим заболевания слизистой полости рта и пародонтоз. В нашей инновационной формуле экстракт мукуросси дополнен комплексом природных энзимов, которые эффективно устраняют зубной налет и препятствуют его образованию. Да. В каждом регионе мира существовали свои традиции и правила ухода за полостью рта. Так, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, широко используется мисвак. Так называется палочка, сделанная из веток и корней дерева арак, которую разжевывают и используют вместо традиционной зубной щетки. Мисвак
это тоже часть древней культурной традиции. Ты права. Мисвак для ухода за зубами используется около 5000 лет. Он был найден в египетских гробницах. Он упоминается в Коране и других мусульманских трактатах. В наши дни мисвак тоже очень популярен. Во-первых, это 100% натуральный продукт. Во-вторых, он содержит огромное количество биоактивных веществ – танин, флавоноиды, сапонин, витамин С, фтор и кремний. Все эти вещества препятствуют возникновению кариеса, борются с бактериями, удаляют зубной налет и освежают дыхание. Мисвак рекомендован к использованию Всемирной организацией здравоохранения. И мы ввели экстракт мисвака в нашу новую зубную пасту «Мисвак и мята» для профилактики заболеваний зубов и десен. В состав пасты входят мисвак и бадан, которые укрепляют десны, предотвращают кариес, устраняют запах изо рта. Также паста содержит эфирное масло эвкалипта и листьев корицы, которые обладают антибактериальным действием. Паста «Мисвак и мята» войдет в серию кислородных профилактических паст «Фаберлик». Все пасты обладают комплексным эффектом, при этом каждый имеет дополнительное действие. Так паста «Лечебные травы» оказывает укрепляющее действие. Экстра-свежесть дарит свежесть дыхания на весь день. Паста «Живица кедра» предотвращает кариес, а мягкое отбеливание обладает бережным отбеливающим эффектом. В перспективе эту серию ждет еще одно обновление. Все пасты из текущей упаковки 75 мл будут переведены в Excel-формат 100 мл. Таким образом, цена за 1 мл зубной пасты станет еще привлекательнее. Итак, из Японии с ее традицией чистки зубов хамигаки мы плавно переместились в Азию и рассказали о том, что там уход за зубами тоже является частью культурного наследия. Но в России ведь тоже богатая традиция сохранения чистоты, здоровья и красоты зубов. На Руси наши предки тоже жевали палочки кустарников и травинки, похожие на мисвак. При Иване Грозном зубы чистили углем и золой. Петр I ввел моду чистить зубы мелом. А вместо жвачки жевали живицу, смолу хвойных деревьев. Сейчас, конечно же, наука шагнула вперед и использует самые современные разработки в профилактике заболеваний зубов. Не случайно у нас есть целая серия зубных паст «Нюки», девиз которой «Чистим зубы по науке». Да, собственная разработка компании «Фаберлик» «Нюки-технология» способствует восстановлению эмали зубов. Активные компоненты встраиваются в структуру эмали и укрепляют ее, а также поддерживают оптимальный баланс микробиома полости рта. Кстати, в этой серии тоже есть пополнение. В третьем каталоге мы представляем новинку – пасту «Комплексная защита» с ярким вкусом манго. Масло манго богато микроэлементами и благотворно влияет на микрофлору полости рта. Фторитеоны предохраняют зубы от кариеса, а аллантоин способствует активному заживлению и укреплению десен. Эта паста удачно дополнила текущий ассортимент серии. Пасты «Отбеливание» и «Детокс» с черным углем, «Здоровье десен» с дыней и мятой, «Отбеливание для чувствительных зубов» с кокосом и пасту от налета и зубного камня с экстрактом клюквы. Вы часто пишете нам, что вкусные зубные пасты «Нюки» обожают и дети, и взрослые. Но для самых маленьких в серии «Ума» у нас есть теперь специальные детские пасты. Этих новинок очень ждали все родители. В третьем каталоге появилась зубная паста без фтора, а следом появится зубная паста для детей 6+, со фтором. Также вы часто спрашиваете нас про необходимость фтора в детских зубных пастах. Стоматологи считают, что малышам до 6 лет достаточно его природного источника, то есть фтора, который они получают из пищи и воды. Поэтому наша паста для детей 3+, не содержит фтора, а для детей от 6 лет содержит. Он укрепляет эмаль зубов. Обе пасты с бережными формулами и вкусными ароматами. В зубную пасту с бананом для самых маленьких входят экстракты опунции и листьев оливы. Они защищают слизистую полость рта и успокаивают десны. А в зубной пасте для детей постарше с ароматом апельсина содержится аллантоин, природный антиоксидант, который укрепляет десны и способствует заживлению микротравм. Лена, а какие ингредиенты в зубных пастах самые популярные? Убедительным ответом на этот вопрос стала наша новая серия «Суперхит», которая родилась в соавторстве с нашими лидерами и консультантами. Именно вы выбрали два самых любимых ингредиента, которые вошли в формулы зубных паст нового проекта. И это кальций и прополис. Прополис издавна считается одним из самых действенных средств для борьбы с различными стоматологическими заболеваниями.
Пчелы используют его для дезинфекции восковых ячеек сот, а в составе зубной пасты он защищает десны и зубы, уменьшает зубной налет, помогает бороться с воспалениями. В нашем проекте мы использовали алтайский прополис, произведенный из древесных смол и восков, обогащенный витаминами, минералами и аминокислотами. Вторым победителем нашего народного голосования стал кальций. Это фундаментальный элемент, необходимый для красивой улыбки. Два вида биодоступного кальция, входящие в состав пасты, объединяют пользу природы и инновации науки, помогая поддерживать здоровое состояние зубов. Они восстанавливают и укрепляют эмаль, не дают развиваться кариесу и гиперчувствительности зубов. Я думаю, в контексте темы нашего форума «Инновации и тренды» было бы странно делить ингредиенты на традиционные и инновационные. Центр научных разработок Faberlic совместно с всемирно известными научными лабораториями и исследовательскими институтами разрабатывает собственные эффективные формулы, используя удивительную синергию природы и науки. Соглашусь. И это делает компанию Faberlic настоящим экспертом в области ухода за зубами. Доказательство этому – наша уникальная серия «Эксперт Фарма», которая создана для направленного решения конкретных задач. Например, наша новинка, которая появилась во втором каталоге – ночная сыворотка для отбеливания зубов. Отбеливающий комплекс содержит два ключевых компонента. Тетранатрий пирофосфат замедляет скорость образования зубного налета и предотвращает его отвердение, а пищевой полимер покрывает зубы пленкой, препятствуя прикреплению бактерий. Сыворотку лучше использовать каждый вечер на протяжении минимум месяца. После чистки зубов втирайте в зубы и оставьте на всю ночь. Пока вы спите, эмаль восстанавливается, микротрещинки заполняются, а дыхание становится более свежим. Она прекрасно дополняет концентрированную отбеливающую зубную пасту White Freeze. Также в серии Expert Pharma у нас есть еще одна концентрированная зубная паста. Многолетний лидер продаж. Лена, расскажи о ней тоже поподробнее. Это концентрированная зубная паста плюс 200%. Один тюбик заменит три обычных. Это очень экономный расход. Нужно отметить, что все зубные пасты Expert Pharma содержат инновационные активные ингредиенты в высокой концентрации и обладают особой эффективностью. Они нацелены на решение определенных проблем полости рта. Удаление зубного налета, профилактики кариеса, поддержки здоровья десен, снижение чувствительности эмали или отбеливания. Как вы видите, ассортимент наших паст действительно очень обширен. И чтобы наши консультанты всегда имели под рукой удобный инструмент навигации, мы подготовили гид по категории Oral Care, скачать который вы можете прямо сейчас под нашей трансляцией. Лена, спасибо тебе за анонс. Дорогие зрители, а я в свою очередь рада сообщить. По вашим многочисленным просьбам, команда департамента «Кислородная косметика» готовит удобные инструменты навигации по продуктам и сериям и других категорий департамента, а это категории и персональной гигиены, и уход за кожей, уход за волосами, краски для волос и многие другие. Не пропустите! Ну и резюмируя наш диалог, спешу отметить, мы собрали самые инновационные разработки, изучили культурные традиции ухода за зубами со всех уголков света, дополнили классические средства для ухода за полостью рта специальными, например, ополаскивателями и зубными нитями. Прислушались к вашим пожеланиям и создали и продолжаем создавать самые лучшие продукты для ухода за полостью рта. В ассортиментном портфеле Faberlic вы найдете все, чтобы чистить зубы с удовольствием и получать видимый результат. Здоровые, крепкие зубы и белоснежную улыбку. И это важно, поскольку по оценкам Всемирной ассамблеи здравоохранения сейчас в мире более 2 миллиардов взрослых и 500 000 детей страдают от кариеса, который может стать причиной других проблем со здоровьем. Чтобы выйти из группы риска, возведите привычку чистить зубы в искусство, подобное хамигаке, и улыбайтесь чаще.